Хола, амигос, и вечер добрый. С вами Квантум, с вами Агимон и с вами Михакер. Привет всем. Вам, друзья. И добро пожаловать! Сегодня битва рандома в GTA 5 онлайн. Как ты видишь, сегодня максимально, как всегда, разнообразные автомобили, грузовики, спортивные машины, коляски, которые еле едут, и много чего другого. Что нам выпадет? Решит, конечно же, рандом. Смотри, что получится. Ну а мы будем начинать. И да, даже есть секретная мотометла. Смотри, по итогам игры камень, ножницы, бумага, я выбираю машины первые, Агимон второй, и Миха выбирает тачки теки. 24 всевозможных разнообразных самых вообще безумных автомобиля. Обращаемся мы к рандому, и рандомное число от 1 до 24. Угу. Сейчас подумает. Угу, давай, думает. Подождем. Сейчас посмотрим, она смотрит, понимаете ли. Это 20. 20. 20. Пойдем 20. Смотреть, значит, 20. Что там? Ой, 24, 23, 20. Ой, блин, нафиг. Нива, блин, оффроуд Нива. Спасибо, что ты вывез ее вместо меня, оказал услугу. 23 автомобиля остается. Да, я как раз на... Рандомное число от 1 до 23. Вот вам и айфон. Да. Так долго думает. Это 4. 4. Все-таки выпало тебе. Чебырка мне упала. Замечательно, великолепно, великодушно. Держишь отечественный автопром, тебе да. Вазик не хватает только вот. Давай, сейчас мне Вазик упадет. Значит, прекрасный автомобиль. Нормально. 22 автомобиля. Рандомное число от 1 до 22. Сейчас я тебе затюню. Это 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 рамбаки мне упало. Вот это соляночка, вот это, конечно. Это нормально для дерби. Это просто охеренно для дерби. 21 машина. 21 машина, окей. Алиса, рандомное число от 1 до 21. Выпало число 7. Выпало 7. Число 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Метла. Ему что, метла упала? Да. Иман, тебе повезло. 5, 6. И что мне с ней делать? Это же метла, ты Гарри Поттер, лети. Ну, точно не это. Офигеть. Прости. Просто. Так, давай, ладно. Следующий выбирай. Алиса, рандомное число от 1 до 20. И это? Выпало число 18. Выпало число 18. Ой, там что-то... Фига она прет, блин. Беда, беда, по-любому это беда. Это 18? Блядь! Автобус упал! 19-20! Будь 21, хотя бы турбированным, да. Я не знаю. Ну, у меня вообще, как бы, смотри, что чепырка упала. Давай на гонку возьми. Обычный городской пазик. А что мне? Такое, пацаны, это... Давайте, расставьте все точки над «и». Это что такое? Это четырка, двенашка, тринашка? Что это? Тринашка, это трехдверная, так что это восьмерка. Восьмерка? Я совсем недавно семерку начал отличать и копейку. И да. Двойку, вот. У меня в комментариях тоже недавно, кстати, написали. Это может быть тринашка. Давай, выбирай. Да. Алиса, рандомное число от 1 до 19, пожалуйста. Выпало число 15. Ёкарный бабай, уже стра... Нет, 15, 15. 19, 18, 16. О-хо-хо! 19. Что? Да ну нафиг! Многоместный. 18, 17... 16. Легиман, да, без вариантов. Легиману максимально не повезло. Я думал, мне вот с этим вот прекрасным автомобилем не повезло. Да, Легиман, хватит считать. 17, 16. Блядь, вся на все. Она все еще здесь, попробую еще раз. Миша, давай, пока Легиман считает, начинай. Так, 18, да? 18 автомобилей, да. Число от 1 до 18. Число 2. Два, это... Грузовик, охренеть, что ли? А это нет, поганим. Тачка. Вот кому везет. Так. Короче, у Миши осталось все самое крутое. Угу. Число от 1 до 17. Ну? Один. Range Rover! Нормально, окей. Кстати. Нет, это тоже неплохо, он тупит-то неплохо. Будет. Или оффроуд, не знаю. Не, Range Rover низкий для оффроуда. Ну ты да? Гарри Поттер, Агимон, я тебе доложу, конечно. Хогвартс полетел. Да, чисто. Число от 1 до 16. Он не валяшка. Один. Опять один? Опять один? Да ты издеваешься? Жесть ему подавала. Грузан, офиг.
Ну что, мы выбрали автомобили. Посмотри, какой замечательный набор упал Агиману. Гольф-кар, автобус, мотометла. А вот Михе реально повезло. У него офигенный грузовик, рейндж-ровер и Пагани. И у меня, конечно, тоже набор вполне себе неплохой. Отличный, великолепный автомобиль. Нива, я сегодня прям отечественный автопром поддерживаю. Нас ждет 3 испытания, и мы будем готовиться. Поехали. Погнали. Погнали. Почему из моей машины льется бензин? Я приехал на гонку. Ну что вы сделали? Я пока гонку пытался запустить, вы меня дверь отломали. Бак пробили. Ну что, мы готовы к гонке. Почему моя машина течет, я не знаю сам. Она потекла, у нее что-то бенз. И Пагани выиграет. 2-1, поехали! Ой, я пасик делаю, офигеть! Такое достижение. А Гиван, не скользко по моему бензу ехать? Антон, нафиг, сдрисни! У меня льется бенз из машины. Это какая-то вообще трындец тотальный. А у меня машина не поворачивает. А я врезаюсь. А у меня все хорошо поворачивает, потому что у меня машина чисто для драг-рейсинга. Я в отсечку, нафиг пру, это трындец какой-то. Уйди, я тоже, скорее всего, в отсечку пру. Ну ты тогда на своем пазике, лучше бы ты на дерби взял. Да блин, у меня есть стратегия, за мной тупо, я не потеряюсь, пацаны, меня можно будет найти. О, а Гиван может на карту не смотреть, он по моему следу может ехать. Да-да-да. Доедет до финиша. Чего? Ты специально такую петляющую трассу сделал, чтобы я забыл? Господи, Фордик, ты совсем глупый, что ли? У меня бенз заканчивается на глазах просто так, мне бах течет нафиг, почему? Прикинь, не доедешь. Возможно, это особенность твоей тачки, реально. Фу, такая себе особенность. А сейчас кто-то вслед выстрелит, меня огонек догонит, я взорвусь? Ну, он очень долго цепляет. Можно попробовать. А, ну, наверное, не надо пробовать. Я еще не доехал. Я хотя бы вторым приеду. Я на финиш. Ты приехал? Да. Да ну нафиг, мне еще ехать 800 метров. Хотя, знаешь, не, я бы не выиграл, если бы даже не врезался. Сколько тебе? А, 800. Ё-моё, я смотрю на желтую хрень, думаю, 800 нет, метров. Нет, по карте смотреть надо. У меня да. Очень хорошо на проходит повороты, но скорости нет никакой. Вот поэтому прохождение по... У тебя скорости нет никакой. Бляха-муха. Ездил на огромном желтом бочонке. На автобусе. Да. Я приехал. Ура! Есть. Миха одержал победу в гонке. Молодец, Миха. Поздравляю тебя, Миша. Я приехал второй, а Гиман третий. Да задолбали инфернусы ездить здесь. Я в горку заехать. Забирайте, пацаны, мне не жалко. Че вы под машину прыгаете? Так любите ее? Берите, мне не жалко. За тупо след бензиновый. Короче. Капец. Следующее испытание — это дерби. У Михи есть в сумме 1 балл за гонку. И сейчас дерби решит, кого будет следующий балл. Играем мы до 3 побед. 3, 2, 1, поехали. Давай. Па-па-па. А Рэнч-то хорошо, па-па-па-па. Походу, едет. На нафиг! Ты жив остался? Он, да, он не улетел. Антон на балконе сидит. А я такой медленный вообще прям. Я только помог ему. Как айсберг в океане. Нифига себе, Агиман, ты все сломал! У меня, я же говорил, есть целая стратегия. Можно не надо? А чё вы против меня? Да не против тебя, я трогал Агимана, а получилось, что Агиман тронул тебя. И там, короче, каскад, цепочка, безумие. Ну пока мы, да. Пока Гиман на крыше, он целенький, ты можешь выехать, в принципе, чем ты и занялся. Да он петух просто, знаете это. Да, Гиман, он вон вниз упал. А Гиман оттуда выезжать может? Да, ну пока мы здесь, он может выехать оттуда. Давай, Гиман, сюда. Гиман не хочет сюда. Я немножко это застрял. Да, на рендже тут, конечно. Агиман, странно. Как бы уже все, ты вовремя. Ты поздно выехал, Агиман. У меня есть. Дядя Миш, ну ты, блядь, ну чуть-чуть не мог потерпеть. Ну ё-моё! Ты там почаще оттирайся за пределами карты. Да. У меня есть одна победа. Осталось две, и будет круто. 3, 2, 1, поехали! И Агиман бесит больше всего. Я тебе не враг. Я тебе не враг. Да ладно! Миха, стой там, Миха, стой там! Миха, стой там, все нормально, я разобрался с рампой. Он пытается заехать. О, я заехал! Так надо было добивать, хорош! О, смотри, он заезжает. Он на этой штуке заезжает. Да ладно. Да нацепляется чем-то. Нет, там уже все, там без перспективняк оттуда выехать. Уйди, уйди от меня, Ирод окаянный. Трогай его, Агиман. Теперь ты понял, почему я взял мотоцикл? Потому что он мне ничего сделать не может. Да бляха ты, муха! Нет! А ушко шипнуть? Да-да-да. Ну пойдем пошепчемся на ушко. Что-то на тебе. Смотри, на вылез. Он залез, да? А я как забаговал?
Злой Миша, я вылез, я жив цело. О, как классно, когда живой. Прям, а, как жизнь-то пахнет, новыми красками заиграла. Я в шоке, что ты вылазишь. Нифига, он улетел. Так, Диман, пока не умирай. А чё, в кого я застрял? А, ты там сосочек, что ли? Нет. Что-то застряло. Что за войну устроил? О, я всех разбаговал! Нифига себе! Это победа! А Диман вылетел. Он сам за пределы улетел, да. Это просто было очень красиво. А я Агиману хочу высказать отдельную благодарность. Спасибо, Агиман, за твой великодушный поступок. Миша улетел, ты улетел. И третье испытание. У меня 2 балла. 3-2-1, поехали. Поехали. Пум-пурум-пу-пу, да, значит? Пум-пурум, а? Че ты раз пум-пурум тосы? На нафиг. Да я поворачивать не могу, пока ты здесь вот это вот крутишься возле меня. Это долбанный Гарри Поттер еще в Хогвартс лети в свой. А я его не могу ни в бок, ни в зад, никуда. Слышь, в Хогвартс лети, у шлепок, ты здесь не рады. Че разлетался здесь? Если б я КамАЗ выбрал, я бы... Ой-ой-ой, что я делаю? Миша! Да я... Я все, я камера. Есть! Ай-яй-яй. Победа! 3 балла в дерби, чисто в сухую. Рамбаги это, конечно, но это имба. Тут против нее сложно что-либо предпринять. Особенно просто победа, чистая. Продолжаем, идем к следующему испытанию. А это финальное испытание. Если выигрывает Миха, его победа. Выигрываю я, моя победа. Выигрывает Агиман, ничья. Значит, офро. 3, 2, 1. Поехали! Миша, ах ты! Бакость мутишь какую-то. Фига себе, ты летишь так. Да. Блин, у меня тачку перевор... Миша, опасно, ты летишь там слишком. Ты тоже что-то не очень безопасно. Я чуть не упал, я не хочу падать. Бляха-муха. Приехали. Миша, хочешь войну? Так, Агиман там приехал. Все. Я не хочу войну. Я пацифист. Ты меня оттолкнул, ты хочешь войну, мне кажется. Давай решим все дипломатическим путем. О, так лучше. Давай решать. Толкай, готов? Толкай, Антон, толкай. На буксир его возьми. Чисто бы он так и сделал. Он на буксире тащит тебя? Да. Чисто лошадиная мощность. Одна лошадиная сила плюс. Да. Зато я нифига такая не вижу, у меня минус FPS. Миша, можешь поменьше пылить? Сейчас догоним, сейчас догоним. Надо было сразу так делать. Ну ты меня вниз тащишь. Ну вниз ты меня тащишь, нам вперед надо. Долбаные кусты. О, господи, а тут узко-низко что-то началось. Прям сильно узко. Прям, да, ну не для моего. Миша отвалился. Прям под конец у него были все шансы на победу. А, бляха-муха, не разговаривай лишний раз. Езжай молча просто. Слышишь? Вернулся уж шлепок! Какого фига ты куда полетел? Езжай сзади! Где вообще финиш? Заехать можно? Агиман, как у тебя дела? Я в небе. А, круто тебе! Да, меня отбуксировали в небо. А ты совсем без вариантов, да? Да, мы вот падаем вниз. Смотрим, это как раз туда Агиман улетел. Я приехал, я финишировал, ура. Я первый. Это было жестко, Миха, если ты не запоролся, там ты бы выиграл, вообще нефиг делать. Это была битва рандома, с вами был Квантум, с вами был Мехакер, с вами был Агиман и невидимый наблюдатель Антон, который был на балконе, на столбе, в машине у Агимана. Спасибо за просмотр, это GTA 5, это рандом, хочешь больше, пиши в комментариях, ставь лайки, подписывайся. Всем пока, до скорых встреч, пока-пока. Пока всем.